Приветствую вас, друзья мои! С вами Садриддин. Сегодня я решил написать натюрморт. И процесс рисования хочу запечатлеть в это видео. Я вот подготовил одно красное яблоко, три оранжевых мандарина и один желтый банан. На блюдочке с ножом. Фон такой у меня, вот как видите, голубой. Я подстроил. Бумага у меня компании Грамбатер. Размер 11х14. Я сделал скотч, чтобы она держалась на панели. Кроме этого, я сделал скотч для обрамления белой рамки, что получилась белая рамка. Так мне больше нравится, когда получается картина в итоге. Так, буду писать красками компании Daniel Smith. Здесь у меня ограниченная палитра. Ну, у меня вот такая небольшая палитра. Буду писать вот этой кистью. Вот можете сравнить с моим большим пальцем. Буду писать этой кистью, исключительно этой кистью. Возможно, потом, может быть, немножко придется прибегнуть к каким-нибудь другим кистям. Но я специально тестирую эту большую кисть. Я с ее помощью написал несколько картин. Я когда заказал, я немного был разочарован, что я поторопился и заказал кисть очень большого размера, 30-й размер вот. Немецкая кисть, это немецкой компании Da Vinci. Ну, пока она меня удовлетворяет. Это профессиональная кисть, синтетика, с таким мягким ворсом, но наконечник острый и пишет тонкие линии. Поэтому я стараюсь писать и научиться писать одной пока этой большой кистью, а потом, конечно, когда приноровлюсь, я буду еще использовать другие кисти. Здесь у меня вода для полоскания, вот в такой емкости. Она очень удобная, ее полоскаешь, и вода не брызгает наружу, она вот остается в этом резервуаре. Мне это нравится. Первым делом надо, значит, сделать набросок карандашом. Карандашный набросок необходим в акварельной живописи. Поэтому сначала сделаю набросок. Оставайтесь со мной. Вот, пожалуй, я композицию набросал карандашом. Сделал пометки. Теперь можно наносить акварель. К чему я и собираюсь приступать.